сегодня была тяжелая игра. Обе команды хотели победить, но нам повезло больше. Нас очень хорошо вручил Якуб Кобуш. Спасибо ему большое. Много моментов подтащил. В меньшинстве очень хорошо сыграли. Вот и из этой помаленьку, по чуть-чуть и сложилась победа наша. Большую часть момента сделал Женя Чесалин. Ну, хорошую передачу сделал мне. Спасибо ему большое. Но мне осталось только хорошо бросить и попасть в ворота. Ты уже забил 6 шайб. Ага. С чем ты связываешь свою результативную игру? Это спасибо партнерам. Мне остается просто попасть и все. Город. Это спасибо им. Всем спасибо, удачи. Начало сезона не играл, было сегодня очень тяжело вкатывался. Но хорошо, партнеры помогли, где-то подстраховали меня. Им спасибо за это и хорошо поддерживали, во время игры подсказывали. Может, где-то не настраиваемся, может, с перелета. Много факторов. Мы немного плохо начали, пропустили 2 гола быстрых. Но затем собрались, начали выполнять тренерскую установку. Играть в тело, больше бросать, потому что площадка маленькая. Повезло, забили свои голы. В конце игры строго сыграли в обороне. Всех с победой!